Еще одна скандальная ситуация в Польше. В Жешове сквернили почетное консульство Украины. На здании появились антиукраинские надписи, а возле герба нарисовали виселицу и свастику. Польская полиция расследует дело по статье «Подстрекательство к ненависти». Посольство Украины направило ноту в польский МИД. Дипломаты просят взять под охрану все консульские учреждения Украины в этой стране.